кто подставной был. Так, предыдущий сильно, да? Стартовый свисток на матч РТРС и MetLife. РТРС в синей форме, MetLife в белой. У РТРС сегодня две победы, при том какие. 6-0 над Capital Life, 1-0 над Московским кредитным банком. У MetLife, впрочем, тоже победа. Выливает 2-1 над все тем же Capital Life. В круг сегодня играют тройками команд. Белая. Здесь очень важно, то у кого сегодня очки отнимет. Если выиграет РТРС, то может заметно поправить свое положение в турнирной таблице. Ну, как здорово встречу начали. Уже несколько голевых атак провели. Быстрее, нужно мяч вводить в игру. Илья, все кучи там, блядь, собрали. ТРС не стесняется периодически делать пас назад. Все, блядь, туда прибежали. Да. Вратарь быстро мяч поймал, а сразу его отпускает на ближнего. Стали уже улучшать положение, которое этого не требовало. Есть там для меня? Спасибо. Ну, вроде позавтракал сегодня, но еще бы пошел. Тренер РТРС подгоняет своих подопечных. И сразу удалось подняться на ноги второму номеру РТРС. Пока MetLife просто отбивается от града атак. Ближнюю штангу вратарь обязан закрывать всегда. Так что вратарь сейчас не совершил чудо, а просто выполнил свою работу. Лунин. Вот моменты все-таки начали возникать у MetLife. Сумели отбиться, голову подняли и сейчас идут вперед нацеленно. Комбинацию сейчас в центре поля РТРС разыгрывал. Без нарушений правил мяч отобран, но не удалось только его в игре сохранить.
Ковальчук. Так, если не будет вариант. Лунин. Пас через все поле. И удар в падении. Не хватает удара в РТРС. Еще одно падение, но опять все сделано чисто. Последние две минуты много действий, но очень мало того, на чем можно сделать акцент и обстоятельно как-то оценить, потому что атакует РТРС, безусловно, и получается, в принципе, многое. Но это так все довольно стихийно. В целом РТРС, конечно, смотрится очень хорошо. Другое дело, что играет с командами, которые являются соседями по турнирной таблице. Так что на фоне команд похожих по наличию опыта и иного технического отношения РТРС смотрится выигрышно. В общем, никто не обязан делать чудо. РТРС отлично делает свою работу, делает то, что должен делать. Набирает очки у прямых конкурентов, а как там получится с лидерами турнирной таблицы? Ну, имею в виду общего зачета. Ну, посмотрим, если удастся и там очки отнять, то будет прекрасно. Пока РТРС единственный, с кем из лидеров играл, это «Зарубеж нефти». Ну, «Зарубеж нефти» тоже кто-то скажет, что лидер, скорее всего, промежуточный. Дается мяч сохранить в игре. Фактически тут была передача своему. Простора здесь немного, но удалось пробить. Возвращается четвертый защитник у MetLife. Здесь уже очень мало простора. Теряли здесь игрока на ближнем к нам фланге. Коленька, давайте, давайте, Олег, есть, меняйтесь, меняйтесь, меняйтесь. Давай, 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 Серега, Серега. Продолжает у РТРС ротироваться состав. Сейчас сразу два свежих игрока вышли, чтобы забрать эту концовку. 30 с небольшим секунд. И вот как раз свежему удается выскочить, казалось бы, из ниоткуда. Нести какой-никакой удар.
Так, кем играет? Да не, шел уже отсчет от 10. Все, перерыв. Начинается второй тайм. В первой 10 минутке никому не удалось отличиться, а играют, давайте вспомним, РТРС и Метлайф. Метлайф белый, РТРС в синий. Начинается все с нарушения правил РТРС. Для них это второй фол. Попытка ударить через себя. Нужно обыгрывать и бить. Передача, удар. И что, неужели мимо? Не видел этот момент, поскольку закрывал обзор. Один из запасных, но просто не верилось, что мяч летит не в створ ворот. Дался обыгрыш, удар, и на этот раз гол. 1-0. РТРС вполне логично выходит вперед. Розыгрыш в центре, еще один. Хорошая очередная осмысленная комбинация. Здорово сегодня РТРС начинает атаки. Вот из всей четверки команд, которые увидели, похожую игру мы ждали в исполнении, кстати, Московского кредитного банка. Но так и не увидели. Миш, там рука, да, была? Рука была или очередной хороший вынос РТРС. Пытаются сейчас сыграть по счету. Два в три приходится атаковать. В целом не теряются футболисты РТРС, даже если в атаке составы неравные. Защитников больше, чем те, кто находится в нападении. Не, смело идут в обыгрыш. Досталось сейчас вратарю. Вынужденная остановка в игре. Сейчас должна быть оказана медицинская помощь. Ну, по-моему, просто кость в кость, да, пришелся удар. В общем, сейчас заморозка будет использована и сможет продолжить игру. Thank you.
давал, а он побежал. Нарушение правил было зафиксировано. Третий фол РТРС. Вот в чем дело. Просто свисток был дан чуть позже, но у судей в соответствии с правилами есть 3-5 секунд для принятия решения. Но вот арбитры за них не вывалились. И удар просится. Да, щетка. Вот перекладина 2-0. Четвертый забил. 12-4. Ноль два и Метлайф. Ну, нужно срочно предпринимать какие-то действия, просится сказать, ну, что здесь предпримешь, если на скамейке два человека, то есть особо состав не освежишь этих игроков, мы видели, что-то придумывать тактически, но для этого нужно мяч контролировать, а контроль мяча сегодня у Метлайфа не получается. В общем, будь что будет, главное сильно захотеть. Скорее удар поворотом, как раз в надежде на то, что вратарь мяч из рук выпустит. Мяч в игре. Три минуты осталось у Метлайф, чтобы отыграться. Ты знаешь, что можешь насчет сборной, когда пойдешь спросить у тренера, кто, кого лучше он поставить сегодня может. Вот что он тебе скажет. Кого? Ты можешь просто спросить. Дим, я сначала ухожу, а он тут бегаешь. Желтую карточку получил игрок. Слишком рано вышел на поле. Блин, кому это показал? Кому-то... Да, 9. 3 в 3. Сейчас может пойти контратака у РТРС. Но для этого нужно было передачу сделать поточнее. А пас читался, поэтому его без труда накрыли. Метлайф, конечно, сейчас может вывести еще одного полевого игрока вместо вратаря. И частенько Метлайф так делал. И даже известно, кто оденет манишку в этом случае. Осталась последняя чистая минута. Попытка с лету пробить.
Все нормально. Дима, Дима, последние минуты неважно, мяч держится в поле. Много остановок. Игра разбивается на множество микроэпизодов. А вот сейчас момент, который может получиться занятным. Штрафной. Штрафной РТР сегодня забивал. Сейчас может повторить. Там, Олег, правильно, здесь. Илья! Вот сюда. Разыграно в целом было правильно. Но немного недопоняли друг друга футболисты. Слишком долго мяч вводили в игру. Метлайф еще собирается отыгрываться. На 5 метров отодвинуты все футболисты РТРС. Можно вводить. Головой. Вот только сейчас, как кажется, Метлайф взялся за дело. Хорошо была передача задумана, жалко, не прошла. Удар с лёта шикарный. На этом можно заканчивать. Лучше уже не будет. 2-0.